Продовжуємо музичні новини. Сьогодні у нас в студії відома співачка Одета Імперіалів. Але спочатку пропонуємо до вашої уваги відео. Дивіться та слухайте. Минув час, як рік, бачу я, картину все зруйнував і мене покинув. Забудь затримує, я не маю тебе більш ніде чекати. Тільки Бога я прошу одне сказати. Шановна Одета, доброго дня! Нам стало відомо, що ваша творча кар'єра почалася ще в дитинстві на фестивалі «Зіронька». Розкажіть, будь ласка, як це було? Я участвувала в конкурсі «Зірочка» два рази. Можна сказати, що це був старт моєї кар'єри творчої, вокальної. Перший раз я участвувала, кажеться, коли мені було 11 чи 12 років, я стала дипломантом цього конкурсу, а другий раз я участвувала в років 15 і вже отримала першу премію. Це моя перша перемога була. А я чув, що ви ще з самого раннього віку виступали на сцені нашого театру опери та балету. Хіба ж таке можливо? Да, дійсно, це правда. З самого раннього дитинства я займалася вокалом, я вже говорила про конкурс «Зірочка», але паралельно я ще була солісткою хора «Жемчужина Одеси». І ми виступали в таких постановках, як «Кармен», «Тоска». І був такий спектакль, він йшов рівно рік на сцені нашого оперного театра, називався «Маленький трубочист» или «Давайте ставить оперу». Это опера Бенджаміна Бріттона в двух частях. И у меня была главная роль Тины и Мэйвис. То есть на сцене оперного театра я с детства. Шановна Одетта, ваше становлення як співачки відбувалося в Одеській консерваторії. Розкажіть, будь ласка, про вашого педагога. Це правда, що мій путь починався з музикальної академії імені Антоніни Васильівни Нежданової. У мене був дуже хороший педагог. Це народна артистка України Лариса Зуєнко. Вона є ведучою солісткою і по сей день нашого театру. Я дуже їй благодарна за все, що вона мені дала как певице, как артистке, всему тому, чему она меня научила. И пользуясь случаем, я бы хотела передать ей привет и большую благодарность. Большое спасибо, Лариса Павловна. А в яких конкурсах, окрім «Зіроньки», ви ще брали участь? Последний конкурс, в котором я принимала участие в качестве вокалистки, это был конкурс, который проходил в Праге, называется он «Висе д'арте». Это очень серьезный конкурс, куда съезжаются очень сильные вокалисты со всей Европы, да что там Европы, со всего мира. И я могу похвастаться тем, что я вошла в десятку финалистов этого конкурса, получила диплом. И для меня это очень большая честь, и я безумно благодарна, потому что каждый конкурс – это новая ступень, это новый уровень для любого артиста. Поэтому я считаю, что конкурсы вообще очень важны для всіх вокалістів, особливо починаючих. Ми чули, що народна артистка України, одеська співачка Людмила Ширина – ваша родичка. Чи допомагає це вам в професії, або навпаки, тисне тягар слави і популярності Людмили Шириної? Да, дійсно, Людмила Сергеївна Ширина – солістка Одесского оперного театра, это моя бабушка. Сказать, что хорошо это или плохо, очень сложно. Я считаю, что у этого есть две стороны медали. С одной стороны, это всегда какая-то подсказка творческая, да, вокальная подсказка, то есть это опыт, которому я всегда могу прибегнуть, обратиться, и это большой плюс. Еще плюсом является то, что я, в принципе, я выросла на сцене оперного театра, я видела, как происходят репетиции огромных опер, так как она всегда была
главной солисткой всех одесских постановок. Я все это видела, и это все вошло в мою копилку. Но есть и обратная сторона медали. Это то, что это очень высокая планка, которая всегда стоит передо мной, и которая очень давит на меня и морально, и иногда даже физически, потому что все ее друзья стали моими друзьями, и все ее недоброжелатели стали и моими недоброжелателями автоматически. Поэтому у этого есть и плюс, и минус. А ось цікаво, що ви більше любите співати? Серйозні арії, опери або веселі естрадні пісні? Мне нравились, конечно, эстрадные песни, но они не были веселые. Мне всегда нравилась драма, меня почему-то всегда прельщали грустные песни, неважно, народные, эстрадные или классический вокал там был, но мне нравились грустные песни. А сейчас, конечно же, мне нравится сложная музыка, мне нравится классика, и я горжусь тем, что я все-таки несу это в массы. Ну, надеюсь, людям тоже это нравится. Шановна Одетта, що вас надихає на нові творчі перемоги? Ну, как ни странно, на творческие победы и вообще на победу в жизни, наверное, меня вдохновляют мои неудачи. Потому что чем, как говорят люди, добившиеся успеха, чтобы получить победу, да, чтобы дойти к своей цели, нужно удвоить количество неудач. И именно мои неудачи и работа над собой вдохновляют меня. Скажите, пожалуйста, чем, кроме вокала, вы любите заниматься в вольный час? У меня на самом деле очень много предпочтений, очень много любимых занятий. Я бы занималась всем, чем только можно, было бы в сутках больше времени. Но я очень люблю спорт. И при том это очень разный спорт. Мне нравятся танцы, мне нравится тренажерный зал, мне очень нравится фигурное катание. Да-да-да, я открыла для себя этот вид спорта. Мне очень нравятся вообще сложные виды спорта. То, где нужно, опять же таки, преодолевать себя, преодолевать свои страхи и идти к своей цели. А зараз наше традиційне питання. Що б ви побажали талановитим дітям Одеси? Я бы хотела прежде всего пожелать верить в себя, верить в свою мечту, превращать эти мечты в свои цели и идти к ним. И никогда не опускать руки, даже когда бывает плохое настроение, что-то не выходит, не получается, кто-то что-то сказал не то. Нужно все равно не прекращать верить, нужно собирать все силы в кулак и идти, следовать своей цели и идти за своей мечтой. Когда я пою о широком,